Что нужно сделать для того, чтобы стать принцессой? Нужно быть доброй и красивой, помогать всем, любить своих родных, любить животных, слушаться старших. Еще нужна корона. После того можно выйти замуж за принца и жить в замке. Представим, что ты получила двойку. Какие твои действия? Я бы расстроилась, но потом взяла себя в руки и получила много двенадцаток. И все забыли про двойки. Представим, что ты выиграла 20 миллионов в лотерею. Какие твои действия и на что ты их потратишь? Я потрачу эти деньги на поездку, чтобы посмотреть природу. Я бы хотела поехать в Египет. В Египте много песка и много гор. Где бы ты хотела жить и почему? Я хотела жить в Украине, потому что я украинка. Откуда берутся звезды шоу-бизнеса? Они ходят в киндермикс-шоу, и еще они долго учатся, чтобы выступить потом на сцене. Ты можешь сравнить себя с животным. Кто ты и почему? Я хочу себя сравнить с рыбкой, потому что я хочу плавать в открытом красивом море. Какую пару года ты любишь больше всего и почему? Зиму, что у меня зимой день рождения. Если бы ты была волшебницей, какими бы сверхъестественными способностями ты бы себя наделила? Разговаривать с животными. А почему? Чтобы понимать их язык. Опиши свой самый лучший день. Каким ты его себе представляешь? Когда мы с мамой едем в парк посмотреть на поющие фонтаны. А с каким лучше мальчиком встречаться? С умным или красивым? Чтобы он был умный и красивый. А почему? Потому что если он некрасивый, он все будут смотреть, как так неприятно. А умный, чтобы он был, куда идти, куда там смотреть, куда посидеть там. Что бы ты сделала, если бы ты стала президентом? Я бы сделала так, чтобы название моей страны Украины звучало почетно, престижно и гордо среди других стран в мире. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А вот как раз я бы хотела стать президентом, это правда. Расскажи нам про свой самый лучший день. Каким ты себе его представляешь? Я представляю его, когда я стою в воскресенье на сцене с лентой, на которой написано «Принцесса Харькова 2019 Гран-при». Анечка, поведай нам истину. С каким мальчиком лучше всего встречаться? С умным или красивым? И почему ты так считаешь? Я думаю, с умным. Ну, во-первых, потому что с ним можно поговорить на любую тему. А во-вторых, потому что он не может быть некрасивым, если он умный. Он изнутри все равно будет красивым. Алина, давай представим, что ты получила двойку. Какие будут твои действия? Я не буду хрустить и поменяю свою оценку на 12. Буду учить и повторять тот предмет, который я получила двойку. Расскажи нам, как люди становятся чемпионами? Люди ставят себе цель и добиваются до нее. Привет! У нас вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы стать принцессой? Нужно очень сильно стараться. Хорошо, что еще? Нужно всегда быть уверенным в себе. Ты считаешь себя настоящей принцессой? Да. Это хорошо. Олечка, ты веришь чудесам? Да. Ты писала письмо Деду Морозу в том году? Да. А что ты в нем написала? Я очень хочу себе Пикачу, потому что он красивый, желтый и яркий. Как и ты? Да.